И это было у меня потрясение. Такое потрясение, что оно перевернуло всю мою жизнь. Вот бывают такие вещи. Случайно попал на спектакль, случайно. Должен быть, я быть на этом спектакле. И все, и мне все перевернулось. Я всю ночь просидел на берегу моря и прощался с Тихим океаном. Я думал, известные и неизвестные страницы биографии перевернул перед зрительным залом Александр Яковлевич. Но больше всего шимкенцев интересовал, конечно же, фильм «Любовь и голуби». Несмотря на то, что о Василии Кузякине известно, казалось бы, все, Михайлов рассказал о своем герое неизвестные подробности. Легендарная Людмила Гурченко оставила огромный след в творческой жизни актера. Александр Яковлевич готов рассказывать о подруге Люсе бесконечно. Накрыли мужчин, повторяем текст. Дай текст, и вдруг свисток, и смотрю, бежит к нам женщина, значит, в возрасте такая прыткая, дорогая, парик такой у нее, допустим. В парике подбегает к Людмиле Марковне, Люся подбегает, хватает ее руку, господи, здравствуйте, дорогая, как мы вас любим, господи, как мы вас любим, даже представляете, все семьи нас так любят, так любят, какое чудо. Вы говорят, бабушка, я тоже бабушка, поздравляю вас, спасибо. Ой, у вас сколько седых волос, ой, сколько морщин-то у вас, ой, 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 ой. И все. И вот это. И она убежала. Все, все, до свидания, до свидания. Вот ей важно было увидеть, сколько у нее морщин. И Люся так заплакала. Я никогда не видел плачущую Люся. Она заплакала, ее там затрясло. И если зрители ждали от Михайлова песен из любимых фильмов, то в этой части программы он удивил. Артист исполнил совсем не популярные, а свои любимые композиции, подаренные ему авторами. Бывший подвес, бывший подвесом, уходил воевать на проклятие отца и молчание брата. Он ответил, так надо, но вам не понять. Тихо обнял жену и добавил, так надо. Он ответил, так надо, но вам не понять. Тихо обнял жену и добавил, так надо. 3 часа творческой встречи пролетели как один миг. Цветы, подарки и бурные аплодисменты. Зрители по традиции аплодировали стоя и долго не отпускали актера со сцены. Александр Михайлов пообещал вернуться. И не просто с моноспектаклем, а с антрепризной постановкой, в которой Михайлов играет сына Чуриковой.